Что я говорю, девушка? Работаю. Что-то негативное? Не хочу идти. Надо на джусе быть всегда. Что? Почему вы хотите хотя бы стоп преподавать? Да. Не понимаю вас. Хотя уверен, что вы замечательный. Я выше не смогу. Ну что же вы? Ну поговори с ним. Да. Нет, извините, я всю жизнь прогулялся в школе, не учился. Все преподаватели преподавали. Ну, как вот, у нас чуть-чуть.